На конкурс дети читают стихи. Новикова Ирина, 6,5 лет, Ульяновская область, рабочий поселок Корсун. Владимир Степанов, круглый кот. Жил на свете круглый кот. Круглым был он круглый год. Кругло ел и кругло пил, кругло мяу говорил. Круглой лапой круглый кот умывал свой круглый рот. Сядет он перед крыльцом, круглый сам и хвост кольцом. Почему он круглым был? Потому что спать любил. Днем и ночью круглый кот никаких не знал забот. Говорили про кота: это просто смехота, это просто чудеса. Кот круглее колеса. Круглый кот на этот смех только уши прятал в мех. Но однажды странный звук круглый кот услышал вдруг. Поводил он круглым ухом. Это муха? Нет, не муха. Может быть, подумал кот, где-то рядом жук ползет? Нет, наверное, в час ночной кто-то шутит надо мной. Рассердился круглый кот, грозно двинулся вперед, когти выпустил из лап. Мяу-мяу, цап-царап. Тут увидел кот в углу, тень мелькнула на полу. Тень, шурша и шебарша, грызла корку не спеша. Шерсть в кромешной темноте стала дыбом на коте. Прыгнул кот, исчезла мышь, наступила в доме тишь. С этих пор который год спать не может ночью кот. По ночам прогнав дремоту, кот выходит на охоту. Стал он стройным, гибким, ловким, сальто крутит на веревке. Даже маленький котенок задает ему вопрос: вы случайно не тигренок? Папа ваш не в джунглях рос? Кот молчит и когти точит, снова круглым быть не хочет.